Привет, YouTube! Привет, подписчики и гости моего канала. В общем, заменил я, точнее не заменил, а сделал новую площадку из 12-го швеллера, такого же. Эта площадка была вот от края в край, значит, 35 сантиметров, новая 70 сантиметров. Значит, куплю еще подшипники такие же, поставлю сюда, чтобы она тоже была ставилась. Это на разгиб. Значит, труба 40 на 40, вот сейчас в таком исполнении, разбеге, да, будет хорошо гнуться. Здесь очень тяжело на 35 сантиметров. Так, ну и соответственно гнуть тоже буду необычным образом. Гнуть буду трубу, трубы будут сваренные, потому что у меня вот насобиралась тут куча обрезков. Ну, буду их использовать. Вот такая вот штука. Значит, мне надо 3 арки по 4,5 метра. Это я буду гнуть себе, поэтому никаких проблем и вопросов не будет ни у кого ко мне. Как-то так. Ну, необычный способ какой? Какой же необычный способ? Старая граната. Вот так вот часть я так отрезал шлицевую. Чуть-чуть тут шлифанул. Когда-то делал, гнул арматуру. Прикручивал это к ступице на тракторе. Кто помнит, тот знает, что у меня мосты разблокируются. Дифференциал заварен, кроме заднего моста. Но сзади тоже стоит разблокиратор. То есть я достаю эти свои штыри, снимаю колесо, трактор стоит на месте, это прикручиваю, и он прекрасно мне это все дело гнет. Тем более сейчас есть реверс, выбираю нужную мне скорость и вперед. Так, вот такой кардан у меня есть, который будет вращать вал трубогиба. Это для чего? Сюда забиваю, обвариваю, она как раз подходит внутрь. Выбираю там под болт, снимаю там фаску, шплинтую, и все будет хорошо. Так, вал трубогиба. Вот здесь вот ставится у меня рулевое колесо, болт прижимает. Ну, а с обратной стороны также сделаю, выберу фасочку, чтобы она замечательно сюда подходит, аж до самого конца, можно сказать. Выбираю там фаску и также болтом штопорю. Все будет отлично работать. Прикручу его к поддону, чтобы была площадь опоры. В общем, сейчас все увидите. Так, ну выбрал вот такие вот фаски. Все замечательно подходит, все штопорится, вот такие болты обычные. Все это будет дело держаться капитально. Здесь то же самое, с обратной стороны. С одной стороны рулевое, с обратной вот фасочка. Так, сейчас что? Свариваю трубы, ставлю трубогиб на поддон и смотрим, получится или не получится. Итак, установил я вот эту штукенцию, которую вваривал. Все тут затянул, закрутил. Здесь вставил вот этот, достал свой шплинт, который на колесе стоит. И сюда кусок вот вставил арматуры. Вот, чтобы он полось заблокировалась. На два болта достаточно. Все, здесь такой кардан. Он такой и есть кривой специально, потому что у него ось проходит мимо вот этих крестовин. Здесь зафиксировал, прикрутил я на поддон, значит, трубогиб, чтобы была площадь опоры большая, труба будет гнуться, чтобы она ни туда, ни сюда. Плюс я на ней еще буду стоять, поджимать домкрат, а батя при помощи реверса будем ее катать туда-сюда. Никаких проблем. Здесь заднее колесо я тоже разблокировал, задний мост, хоть он у меня не заваренный, но
Я его разблокировал, просто будет ступица крутиться свободная на месте. Колесо будет стоять на месте. Здесь, соответственно, тоже я разблокировал это колесо, чтобы никуда никто не поехал. Все, вывесили. Выглядит это вот таким образом. Получается, ну, практически на уровне. Практически. Вот. Поэтому сейчас вдвоем легко. Трубу я сварил 5 метров, чтобы оставались хвосты вот на 4,50 как раз. Вот такая вот штука. Так, ну давай, давай вторую для начала. Посмотрим. Труба он висит, хвост край. Не, медленно, давай четвертую. Четвертую. Газу, газу и пошел. Так, сварка прошла одна, труба уже загинается. Вот так это происходит. Так, еще одна сварка проскочила, один ролик. Второй ролик сварка прошла. Я зачищал только с двух сторон. По краям не зачищал. Я тебе скажу, когда. И вот этот рычаг опустишь вниз. Вон он, хвост. Хорош, этот. Еще чуть-чуть. Хорош. Все. Стой, 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 стой. Подожмем. Так. Сейчас я подожму еще. Давай назад. Вниз. Не, и трогайся, и он там в зацеплении пойдет. Давай, давай. Все, погнала труба назад. Пускай вот он поддон поднялся, лег. Это я встал. Ну, кардан на крестовинах прекрасно себя чувствует. Вот так вот. Даже не потея, можно согнуть трубу в арку. Помаши привет. Ну, четвертая скорость, она небольшая, потому что вал тоненький, 20-й, поэтому так. Встану на подгон, чтобы ее не завернуло. Включился ревер. Вот как-то так. Газу дай. О! И даже не вспотели никто.
раза я ее поджал, вот это четвертый. И, в общем, промахнулись мы с радиусом, гнем это на парничок. Нам важно, чтобы было вот здесь 3,50 от конца до конца. Вот, сейчас я ее подожму, подожди. Вот таким образом разгинаем трубу. Давай. Все, четвертую лупани. Ну, я тут, соответственно, поправляю еще. Вот так вот он разгинает. Площадку эту перевернул, чтобы домкрат стал глубже, ниже, чтобы можно было ее вставить. И нету никаких проблем. Все очень просто. И до середины догоняю назад, замеряем. Так, нужная арка нам готова одна. Сейчас еще сварю из кусков нужную длину трубы и еще две арочки сделаем. Это будет парничок. Все, никаких проблем. Убрали отсюда солнце начало поворачиваться, тенек уходить, переставили трактор сюда. Переставили так, как нам надо. Вот здесь только открутил два болта. Вот это все на поддоне. Все это прикрученное. Поддон перенесли. Снял опять колесо. Выставил его, все. Поставил. Все замечательно. Будем в теньке работать. Что нам жарится? Мы потеть не собираемся, как говорится. Все замечательно. Тут хватит места. Гонять трубы туда-сюда. В общем, как-то так. В общем, нравится мне конструкция. Такая универсальная. Вообще. Все, болты прекрасно держат. Что здесь. Не дают там провернуться валу. Ну, люфток свободный, понятное дело. Так, что еще тут показать, рассказать. На этом, наверное, будем заканчивать этот видос. И так все, я думаю, понятно. Все просто. Помощник помогает. Трубогиб как гнет, так и разгинает. Никаких проблем в этом нет. Здесь пришлось просверлиться и развернуть его, чтобы можно было прикручивать. Труба 40 на 40, она, когда домкрат становится, просто не влазила. А сейчас, если разогнуть надо, отшурупил быстренько его. Не снимая ни карданов, ничего. Домкрат достал, перевернул и пришурупил. Тут ровно минута делов. Все. Всем пока. Всем удачи. В общем, кому понравилось, лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Комментируйте. Комментируйте обязательно. Я читаю все комментарии. И в основном на самые интересные отвечаю. Все. Всем пока. С вами был Санек. Еще увидимся.